Хотя да, сейчас. А, пусть она свою страничку покажет, сейчас я другую. Да? Ну, открывает, показывает. А есть тут видео? Нету. Наверное. Расскажи, пожалуйста, чем ты здесь занималась? Пришла по знакомству в 2005 году. Общалась через камеру. Вот. И иногда раздевалась перед камерой. Получала $350. Все. Много здесь девочек работало таким образом? Были. Я не знаю, не могу сказать точное количество. Со сколькими ты знакома? Из тех, что работали здесь, да? С кем я общалась за всю... Да, сколько да. Я... Не, ну я не могу сказать точное количество. Ну, при... ну достаточно. 20-50. Не, ну не 100 и не 50. Ну, может, человек 20 было. Какой график у вас работы? Посменно или как там журнал у вас лежал? Посменно. Каждый как хочет, так и записывает. Посменно это сутки или сколько? 6 часов. 6 часов. Вы получаете процент, да, от того, сколько да. клиент платит? А какой процент? 30%. Откуда были клиенты? В смысле откуда? Из какой страны? С Америки. Ну, большая часть из Америки и Германии. А вот эта вещь для чего у вас? Ну это не мои вещи, это чей-то реквизит. Это не мое. Чей-то из девочек, да? Да. И что они с ним делают? Ну просто одевают. А что с ним еще можно делать? Только ну, одевают туфли. Ему нравится женщина на каблуках. А хлыст? Ну это я не знаю, это просто. Внешний атрибут, скажем так. Понятно. Аксессуар. Понятно. Имидж.